Так, друзья, хочу порекомендовать вам сифон фирмы Previx. Эта фирма делала сифоны для IKEA. Вот сейчас я покажу, что внутри. Так, теперь в распакованном состоянии непосредственно сам сифон. Он, соответственно, телескопический, как я говорил, также по высоте регулируется. Все, дополнительный слив для, допустим, стиралки, либо посудомойки. Далее заглушка вот такая, которая сюда вставляется. То есть сифон при необходимости можно почистить, не снимая его. Далее перелив для круглой мойки, вот, точнее у мойки, у которых круглый перелив есть. Дальше для плоской, ну обычно это железная, да, если прямоугольная, там сеточка, то есть прикручивается. Также в комплекте идут винты, то есть для сифона ничего покупать не нужно. Дальше чаша, здесь выбивается, если перелив есть у перелив в мойке, если нет, соответственно, не выбивается все. То есть запаянная чаша, сеточка. Это переход 40-50, если необходимо. Резиночка уплотнительная вот здесь. И, соответственно, гофра. Даже продолжение слива. И есть такой замечательный ключик, которым закручивается вот эта часть. И закручивается непосредственно вот этот болтик. То есть здесь шестигранник. Все, вот так выглядит. Еще раз напоминаю, фирма Previx. Инструкция также имеется, если что-то непонятно будет. Но хотя здесь все интуитивно.